что у нас сегодня в гостях супер крутые артисты. Это Show Dance Madonna. С удовольствием вам представляю этих красавиц, которые просто произвели фурор здесь у нас на летней студии острова Татышев. Это прекрасные девушки Елизавета Копличенко, также Дарья Кочетова, также Наталья Фролова. Девушки, доброе утро! Доброе утро! Ну, рассказывайте скорее, как у вас настроение, потому что сегодня у нас прохладненько с утра. Ну, вы, конечно, здесь уже собрали очень много людей на вас посмотреть. Как у вас, как вы мерзнете? Настроение прекрасное, утро бодрящее. Замечательно. Ну, скажите, пожалуйста, конечно, нельзя не обратить внимание на ваши суперские костюмы, блестящие, а эти перья у вас на голове, ну, это что-то просто невероятное. Правда ли, что сами сделали это своими руками? Да, действительно так, это петушиные перья, головные уборы делали сами. То есть прям реально из петухов? Из перьев петухов? Да. Ничего себе, обалдеть. Ну, расскажите, пожалуйста, сложно ли вообще, вот много ли они весят, да, вот эти перья? Весят они, может быть, и немного, но сложновато, особенно когда дует ветер, боишься потерять, периодически думаешь об этом. Ну а вообще, ваш танец, да, вот тем более вот этот образ, да, с перьями, это ближе, может быть, там к канкану, или это какой стиль вообще? Нет, это не ближе к канкану, это, знаете, антре, это больше такой торжественный номер, выход. Образ гордых, грациозных девушек. Ну вот чтобы одновременно, да, вот так вот танцевать, да, это много ли времени вообще уходит, может быть, у вас на репетиции, на подготовку? Вы сами придумали этот танец? Да, действительно, время, конечно, уходит. Это в любом случае нужна какая-то подготовка, чтобы танцевать. Любой танец, чтобы танцевать красиво, это нужно все равно. Ну вот я заметила, что вы всегда, то есть действительно, как вообще входите в образ, раз вот вы говорите, что это такие гордые, да, таких гордых женщин, то есть как вот себя настраиваете, чтобы вот именно войти в образ? А вот на самом деле-то костюмы помогают в этот образ влиться с образом таких женщин, девушек. Супер. Ну что, может быть, попробуем немножечко еще станцевать? Попробуем. Может быть, вы меня немножечко научите? Давайте. Что нужно сделать? Ну, для начала встаем в точку. Мы начинаем работать с точки. Например, разучим припевчик наш. 4 шага с правой ножки. И 1, 2, 3. Пока, наверное, нам музыка не нужна. Хорошо. Так, минутку. Сейчас, секундочку. Дам нашему помощнику. Ждем. Итак. 3 шага на 4-й вырастаем на правой ножке, на носочке. Потом садимся. Вырастаем наверх, правая ножка назад, ручка вперед, встали, сели на бедрышко, 1, 2, левая ручка, левая ножка, правая ручка, правая ножка назад, открылись. Девчонки, ну на самом деле, мне кажется, здесь вот перья дают какую-то силу, может из-за этого у меня не так хорошо получается. Давайте с музыкой, согласна. Давайте попробуем. Попробуем с музыкой. И вот сейчас будет точечка. Я думаю, что лучше вас, это, мне кажется, никто не сможет показать. С удовольствием вам представляю сегодня наших гостей. Это Show Dance Madonna, просто прекрасные девчонки. Это Елизавета Копличенко, Дарья Кочетова, Наталья Фролова. Девушки просто прекрасные, замечательные. Спасибо огромное, что это утро встречаете вместе с нами. Мы желаем вам только успехов. Конечно, вы сегодня просто фурор у нас здесь произвели. Но буквально все мужчины и женщины на острове Татышев смотрели. Спасибо на вас. Спасибо вам большое. Доброе утро, Красноярск. Всем хорошего дня. Спасибо огромное. Ну что же, студия, мы передаем вам слово. Мы пока еще немножечко потанцуем, и я, конечно, буду любоваться этими прекрасными дамами. Передаем вам слово. Как вам выступать?